Итак, дубль номер два. Совсем немного обработал магнезией, натер его, растер потом. Сейчас попробую. Ну, тактильно намного лучше ощущение. Ну, попробуем поднять тот же вес. И сейчас посмотрим, что получится. Ну, думаю, получится. Потому что вес, в принципе, это вообще детский. Мало. Да, довольно непросто. Непросто и интересно. Восемь и семь. Ну, ориентируясь на то, что я, по крайней мере, ориентируюсь на то, что я, мои результаты примерно равны половине результатам Виталия Бобарева и Ивана Кривых, то могу предположить, что Виталию удастся поднять, допустим, 16 килограмм на нем, 17-18. У Ивана Кривых там немного физиологически по-другому все, поэтому, возможно, Ваня поднимет все 20 килограмм. Но у Вани длиннее кисть, и как раз именно из-за этого ему будет сложнее, потому что длина кисти будет и длина пальцев будет, наоборот, препятствовать вот этому полноте захвата, потому что будут упираться пальцы. Ну, пробовать нужно в любом случае, потому что так как-то предсказывать дело такое неблагодарное и не совсем правильное. Навесим, я думаю, навесим еще полкило, попробуем.